Хватит лежать. О, там двое, они что там, блядь, сексом занимались? Ах вы, да. Суки, ах вы, блядь. Лежут, ебутся, блядь, а? Я против свободной любви. Лежит и ебутся на стриме у Лёши Богохульства. У МС Винни-Пуха пизда печеньками накормит. Блядь. Опять он там лежит, слышь? Совпадение? Блядь, не думаю. Что вы бесит, почему? Да твою ж мать, блядь. Слушай, пойди ты нахуй. О, так у него и погоняло, смотри, блядер 21, нахуй. Лежит там, блядь. Булки раздвинул, нахуй. У него пару раз кто-нибудь заходит, макнет, блядь, и нормально. В его чернильницу, нахуй. Просто чё, гей-порно смотришь? Нет, я сценарием пишу, блядь. Хорош! Хорош! Есть такая профессия. Глину месить. Победа. Ой. Шо? Опять? Блять, какой же этот блядер лежун, блять. Он, блядь, нашел очередную мусорку, лег в нее нахуй. Обложился, блядь, мусором. Опять этот лежит, блядер, нахуй. Да ты че, блядь, сука? Вот пузогрев ебаный. Сказочный долбоёб. Он стоит, знаете, на барже сидит один. Блять, опять пузогрев, на свою же лужу, сука, на крови пришел, блять. Обосрался. Теплая еще. Такой позер. А че вот Хизун нормально играл? Такой неплохой. А никто ничего не говорит. Просто ник у него смешной, Хизун. Мне, знаешь, что нравится, когда цифр нет. Ники? Да, я тоже не люблю с цифрами. Цифры это как-то по-нубски. Это вот 79, да? Вот да, 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 да. Иван 79, да. Еще если рус написано, то это все пиздец. Надо еще как-нибудь на расслабоне пьяный стрим провести, как вы считаете? На 1 апреля. А я всегда пьяный. А мы еще трезвые были, что ли? Вот это поворот! Спасибо. Сейчас ко мне придут. По мою душу. Я же сказал, темняк, я чувствовал твою зловонное дыхание. Ой, то есть это благоухающее дыхание. Не-не-не-не, ты продолжай. Ваня, ты там в штанах сидишь, что ли, да? А что такое штаны? Ваня, ты что, в штанах сидишь? Нет, я голый, блядь. А сидишь-то где? Подписывайся в группу ВК. Не, а ты сидишь на чём, Вань? На что присел-то, Ваня? Кстати, неплохая мысль. Точнее, кого? Ваня, а ещё в ту место встань, пожалуйста. В ту место не важно. В ту? В ту место! Пукан так и просится в космос, блядь. Поехали! Слушайте, объясните мне, пожилой Маш, что такое пукан? Ну это такие как бы места бывают. Это орган такой. Это тот орган, на который обычно люди ищут приключения. Ну да. Ректальный орган. Ректальный орган движения, блядь. Движение каловых масс, блядь. Пукановеды. Пукановеды, блядь. Доморощенные, блядь. Да, это жестко. Вверх слева. Не попал, а попал! Попал, блядь! Да ладно! Попал с РПГ, ну не взорвал, блядь. А. Равно нормально, убил кого-то, по-моему. Заебись. Ладно. Неплохо. Жёлость. А, это Коленька. Коленька. И как у тебя поднялась рука-то, собственно, родного сына-то? Ну, блядь, я же грозный. Слышь, я же грозный, я должен легенду отрабатывать.
Я, говорит, чем тебя породил, тем, говорит, тебе ёбну. Нихуя, я чё, мутаром, что ли, его рожал? Чего, блядь? Слушай, ну вот это ты мне сам потом как-нибудь расскажешь, чё ты там его... Представьте себе мир наоборот. Это как? Ну, например, все дышат углекислым газом и выдыхают кислород. Рыбы летают, а собаки плавают. Днем спят, а ночью работают. Ага, а на заборе хуем написано слово «мел». Слушайте, а у нас есть люди, которые ответственны за поднос патронов? Нету. За поднос патронов ответственны. Как такое возможно? О, лови печеньку, Нар. А ну ешь, сука, печеньку, тварь. Тамара Иванова утонула, несмотря на то, что была бревном в постели, тупа как пробка и говном по жизни. Мне хочется плакать. Любитель читать в туалете Валера, блядь, случайно насрал в библиотеке. Объяснить этот факт действительно невозможно. Да, да, ясно. Дал блю. Блять, ебаный. Вы поняли, какой ник читается, нет? Но это не точно. В связи с продлением санкций на прилавках некоторых супермаркетов появился новый эксклюзивный вид йогурта со вкусом йогурта и кусочками от кусочка. Вот так приехал. Вот тогда. Вот он. Не надо так. Да, гост, есть такое лекарство, не бомбит. В таблетках. Ну еще есть, не короче, если сильно бомбит, есть еще, блядь, это внутривенная капельница, если вот не бомбит. Ну, короче, несколько разновидностей. Но я люблю порошок. Зубной, зубной, блядь. В десну его втираешь, и хорошо. Он под наркотиками. Он под наркотиками. Какими наркотиками? Так, я прикрытие возьму. Ой, какая урожайный, блядь. Урожайный выстрел. Вафелькой. Рос, у меня иногда возникает ощущение, что где-то пекарня. В кондитерской работаешь. А не пойти к бабам, сударь? Ой, ёпты мать. Смотри, тут, блядь, чебуратор. Нихуя не тут. Просто пиздец, какая-то свалка мяса, нахуй. Ученые назвали это естественным отбором. Какое оружие, спрашивает Егор Бомбрышев? С-98 или СКС? Понимаешь, это все равно, что сравнивать нормальный, ну, обычный мужской член с вибратором. То есть и те как бы выполняют свою функцию, но устройство разное. Блин, свинья, а ты-то там как сказал? Что лучше, гранатомет или пистолет? Да-да, нож, нож или РПГ, блядь. Я не понимаю, я просто не понимаю. Я знаю, почему темняк перешел на ту сторону, блядь, на сторону зла, блядь. Потому что он не хочет огребать от этого. От кого этого? От этого. Объяснить этот факт действительно невозможно. Да ладно, блядь. Это только кажется невероятно. Зачем ты перешел? Так заебали там сидеть, дым не использовать? Сложно. Непонятно. Вся логика, я что-то поймал, блядь, это все на мысли, что я перестаю тебя понимать. Что главное? Это вернее, это все. Главное, танки не опасаются. Да что такое, блядь? А ты говоришь, Чиполлино, блядь, не ушел. Вон он, сука, с вас, блядь. Бегает нахуй со своей. Кто такой Чиполлино? Чиполлино. Он просто с него летит хорошо так. Раз, раз. И на матрас. Там справа валят, что ли? Черполина, блядь. Серпантина. Серпантина. Ай, блядь. Подъем. Спасибо. Да, он его ёбнули. Это шлюха, которая подняла на тебя руку, и не только. Я за отца командира любого порву. Нет, можно даже нетрадиционным способом.
Open Drachen Sie bitte in Spichelägen. Ja, ja. Бубар разошелся. Читан. 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 Что пиздит это? Неплохо. Да вообще, блядь, я не понимаю. Мне надо по две печеньки носить, блядь. Сука, как-то, блядь, с одной, блядь, скучно по жизни. Да я с печеньками, переходи на галеты. Слушай, а галеты это что такое? Смотря что такое у тебя печеньки. Вот, блядь, а. Ты вот как кушаешь, тебя не прижмешь никогда, блядь. Пока. Наверное, потому что я сам мастер в душе не ужа. Умеете, могете просто. Everybody dance now. Танцуют все! Лёха, блин. Чётко. Да у меня племаш. Ну давят они хорошо. Да тут так же. Я то не фанат. Нахуй. Блядь, нравят парни, просто очень страшно смотреть, все черепа, блядь. Гонза, ты там стукни, если что, маякни, когда там смотрю. Да, хорошо. Там он появился на рейс. Два раза, идись, мы как жопы, блядь. Вообще, нахуй тебе сработали. Помнишь, как мы за вот этих застеночных постреляли? Ой, блядь, тем-то 320, что ли? Едет, там. Встречаемся. Блин, у меня два патрона осталось. А кто такой ты, автомате большой? Нихуя себе, вот это я зашел, ну, блядь. Я в спину им такой, блядь, сейчас. Да, сука. Вот это я зашел сейчас, блядь. Да кто ж их всех ранит, то будет. Да-да-да. Это просто ах. Нихуя кровавый на стену прилепил ящик с патронами. Ты посмотри, а. Вот, я около него стою. Ваня! Ваня! Ваня, хорошо! Ваня! Ваня! Что за хуйня, ебаная? Опа, ликин там тандры, татушки, татай. Ой, дура! Гросс вас читаки, сказал Скайюрик. Что? Да? Да. Не, ну Скайюрик-то по-любому. Где? Хуйни не скажет. Но это не точно. Понятно. А патронов нет ни у кого? Да ёб твою мать. Блин, я назад отойду подальше, куда в глубину ищу. Может здесь что-то есть? Ваня, я же сказал, блин, у меня есть патроны. Вот, всё, я нашел, я куда-то где-то в дальнем углу под вышкой. Блять, это и есть мои патроны. Вот это поворот! Какой, блядь, слова. Ну раз слушаешь, что значит киполина? Это какое-то прикольное слово, значит, с какого-то языка. Или просто. Не обязательно. А, иди нахуй! Есть версии. Может, опечатался, чувак. Озвучивать их не будем, я думаю, да? Не, бар, твои версии я знаю, можешь их не озвучить. Блять, просто как лицом говно земля. Не будьте такими злыми! Давай, корова, пошли тогда в проход, там собирается критическая масса фекалов. Весело. А я буду смотреть улицу тогда. Давай, может, наоборот, я улицу буду смотреть. Ну уж хуй, назвался груздем, лезаем голосом, блядь. Это наебалово какое-то! Сам его, блядь, назвал и сам... Ух, как я попал, а! Там за этим, за этим. Божественно. В укрытии просто надо искать. Не попал, блядь, божественно. Есть желающий? Вылазь, блядь, хватит ездить, блядь. Да нет, там бара. Ты ему если сейчас с вертолета еще. А, хорошо! Они уже выжили. Изи.
кого, блядь, я внутри был? Чё за хуйня? Ёбаный в рот, да как так-то, а? Блядь, вопрос в космос опять ушёл. Вот или пердун. Здорово. 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 Кто тут? Билибердун. Билибердун. А, здорово. Он на танце. Кто тут? Кто тут? Билибердун. А, здорово. Билибердун. А, кто тут? Билибердун. А, здорово. Давайте еще пять раз повторим. Вы что, ебанутый, что ли? Зачем подорваться, Ваня? Ой, блядь, вот это мне сейчас летит, а. О, слева пошел пацан. Ой, как же я, как же у меня летит, божественно. Надо было в танк прыгать. Изи. Защита дальтоников помогает. Защита от дальтоников? А слушай, защита от дальтоников это только... А защита от дальтоников? Это, короче, когда на тебя дальтоники нападают, у тебя защита. Да-да-да, палка такая. Цветная причем. Да-да, двухцветовая, блядь. Они не видят. Красно-зеленая, блядь. Защита от дальтоников — это шарики неопределенного цвета. Когда на тебя дальтоник попадаешь, ты шарик бросаешь, он смотрит на него и понять не может, какой это цвет. Ты в этот момент прыгаешь. Нахуя? Нет, там можно, короче... Какая хуйня, блядь. Можно, короче, вывести такой цвет, что дальтоник понимать, и ты будешь как хищник у тебя, блядь, это... Скрывать тебя, понял? Ты втираешь мне какую-то дичь. Чего, блядь? Чего, блядь? Стоять, блядь! Где он? Где? Да иди! Не туда ты зашел, петушок! Ну да, что-то там про нетхуд такая была, такая тема, туда что-то не лезет. Коршун, коршун! Я падаль, как слышно, мне прием! Ну и чё, где они есть? Да мы где-то есть. Два сзади. Блять, сука! Вот это сейчас было, блять, эпично нахуй. Я в ярости от тебя. Приезжай. Вот сука. Опять скрипит потертое темняк. Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. И я не могу. Просто постоянно на пирожки заходит. Опять как Sims 320, блядь, мучает. А, сука, ну тост! Я за тобой бежал, блядь, метров 30, нахуй! Мне показалось, ты вздрогнул. Сука! В бородатые времена работал я в одной крупной организации, у нас был... Один по тарелочкам. Ну нахер. Отец.